К нашему эфиру присоединяется советник главы Офиса президента Украины Михаил Михайлович Подоляк. Михаил Михайлович, рада приветствовать. Приветствуем вас. Да, добрый вечер. Михаил Михайлович, относительно российских потерь. Тут интересную информацию озвучили в докладе разведывательного сообщества Соединенных Штатов Америки. По данным американских разведчиков, по сути, первоначальный замысел Москвы относительно войны в Украине полностью провалился. Но общий расчет по войне работает, так во всяком случае в документах. В частности, там указывается, что российский ОПК постепенно наращивает производство дальнобойных средств поражения, артиллерии и другого оружия, которое позволит России длительное время выдерживать боевые действия высокой интенсивности. Так на самом деле время работает, по сути, на пользу России сейчас. Знаете, что меня в этих докладах всегда поражает? Меня поражает то, что дальше «и» звучит, да? Ну, то есть вы констатируете тот факт, что главный оппонент, который вы в своей национальной стратегии, которая описывает риски, всегда считали главным оппонентом, накапливает такие-то военные производства. И дальше что вы делаете, чтобы этот оппонент не получал возможности развивать милитарные компоненты внутри своей экономики? То есть вы как-то активно отрабатываете санкции, вы как-то активно, условно говоря, блокируете возможность торговли для России, да, там используют теневые танкерные флота и так далее. То есть вы как-то даете возможность заблокировать поставки туда электронных компонентов, которые идут в те же дальнобойные ракеты. Нет, вы этого не делаете, вы просто констатируете. Смотрите, мы констатируем, что Россия восстанавливает свое военное воспроизводство, а Россия это, кстати, сама всегда подчеркивает. Хотя на самом деле, если уже анализировать объективно, мне сомнительно, что, конечно, они объективно анализируют, потому что российская экономика сегодня выглядит немножечко не так, как об этом принято считать в Соединенных Штатах или в некоторых оставшихся странах демократии, которые считают до сих пор, что российская экономика выдерживает такую интенсивность войны и выдерживает такие темпы противостояния демократическому лагерю, как мы сегодня видим. И так далее. Это немножко на самом деле не так, но тем не менее, вот мне нравится, мы констатируем тот факт, что Россия открыто отказалась от международного права как такового, сформировала определенный альянс, куда она подтянула тот же Иран и Северную Корею, наращивает производство обычных носителей, конвенциональных носителей, такие как снаряды, там, условно говоря, высокотехнологичные дроны, это совместно с иранскими инженерами, и дальнобойные ракеты, и при этом мы дальше ничего не делаем для того, чтобы превентивно все это остановить. То есть мы подождем, пока Россия, смотрите, логика же должна была быть в этом докладе следующим. То есть вы вот это все описали, ну, на самом деле не совсем соответствует действительности, но вы описали экономический субстрат. Вы показали, что милитарная составляющая в российской экономике начинает оживать, они туда добавляют денег. Понятно, федеральный бюджет финансирует все эти программы, перераспределяет из социальных программ все это в эту часть. И дальше должна была быть анализ, а что мы делаем, чтобы этого не допустить, чтобы Россия не имела возможности выглядеть завтра совершенно иначе. Как Россия будет выглядеть, по мнению этих аналитиков, должно было быть написано. Россия будет выглядеть следующим образом. У нее будет 3- или 4-миллионная армия, которая пройдет боевое крещение максимально в масштабной войне. То есть она будет абсолютно точно уметь воевать не в экспедиционных корпусах, а не в каких-то маленьких локальных конфликтах на чужих территориях, а в большой конвенциональной масштабной континентальной войне. Второе. Они перестроят свою экономику, полностью превратив страну в такой классический трудовой лагерь, где будут только военные производства в основном, и где социальные программы будут полностью обрезаны. Ну, то есть, грубо говоря, они будут накапливать количество, безумное количество военной старого типа техники, ну, той же артиллерии старого типа и так далее. И третья составляющая. Вот там должен был быть вывод. Они ее будут использовать на каких территориях. И надо было бы прописать, что дальше план России – масштабировать войну на европейский континент, на другие континенты и так далее. И тогда Соединенные Штаты должны были бы в это вкладываться тоже. То есть, опять же, наращивать военное производство и либо останавливать оппонента на взлете. Ну, то есть вот сегодня Россию можно добить. И вот сюда нужно инвестировать, в эту программу, да, ну то есть, грубо говоря, в Украину. Либо мы подождем, пока Россия все это сделает, апгрейдит, внесет коррективы в свои тактики и стратегии, проработает ошибки, с которыми она столкнулась в масштабной войне, и мы получим через там 5 лет оппонента, еще раз подчеркиваю, 4-миллионной армии с большой милитаризированной экономикой, и тогда мы, смотрите, мы же такие умные, мы через 4 года будем думать, а как мы с ними будем воевать, например, где-то, там в рамках страны НАТО какой-то. Но это же нелепо, правильно? На мой взгляд, выводы должны быть другие. Россия воюет количественно, первое.
Второе. Россия не имеет высокотехнологического оборудования, сопоставимого с аналогами стран НАТО. Третье. Россия учится внутри этой войны применять те или иные технологические инструменты, как, например, те же дроны. Четвертое. Сегодня стоимость остановки России, ну, то есть, грубо говоря, обеспечение проигрыша России, чтобы сама система пошла на трансформацию и ушла из милитарной колеи, в которую она уже прочно встала. Стоимость этой войны сегодня одна, завтра десятикратно выше. И как ключевой, базовый, красный, полосный вывод, Украина должна получить все необходимые ресурсы, чтобы остановить Россию сегодня на взлете, еще раз подчеркиваю. Михаил Михайлович, знаете, работаем сейчас с вами в прямом эфире, и очень хочется, чтобы вся наша международная аудитория знала об очередном военном преступлении Российской Федерации, украинский город Кривой Рог. Три прилета, ракетная атака, более 30 пострадавших, среди раненых есть ребенок. Мы никогда не забудем эти военные преступления, и Российская Федерация обязательно понесет ответственность. А между тем, я предлагаю сейчас перейти к следующей теме. Госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин прокомментировал те самые скандальные слова Папы Римского с призывом к Украине иметь мужество белого флага. Ну, не секрет, что многие вполне резонно, насколько мы знаем, и вы придерживаетесь этой позиции, что Папа Римский придерживается, ну, давайте прямо говорить, некой пророссийской позиции. И вот слова Паролина о том, что храбрость вести переговоры, это не означает, что папа призывал Украину к капитуляции. Это что такое? Это попытка как-то оттанцевать ситуацию? Вот те самые заявления, которые, ну, будем откровенно, вызвали очень большой резонанс. Они вызвали справедливый резонанс. Да. Потому что если страна гораздо меньшая по объему воюет с абсолютно геноцидного типа агрессором, который пришел, собственно, вырезать другую страну, открыто это делает, совершая максимальный объем преступлений. И вот страна Украина 2 года сопротивляется, эффективно сопротивляется, и ты через 2 года говоришь о том, что, ну, наверное, есть концепция мужественная, это капитулировать, встать на колени, чтобы их добили, чтобы вас дорезали, чтобы ваших детей доубивали, доизнасиловали и так далее. Но это, наверное, сильный поступок, действительно. Мы, может, с вами немножко в другой морально-этической норме живем все время, да, и, соответственно, сопротивление, вот это геройство. Но смотрите, но любой человек имеет право на ту или иную позицию. Другой вопрос, нужно ли уточнять, если ты авторитетную позицию, если эта позиция базируется на понимании концепции добра занимаешь, нужно ли доуточнять это? Мне кажется, что это не надо было бы, да, ну, то есть если бы четко было сказано, вот это белое, это черное, это зло первостатейное по названию Российской Федерации, которая еще раз вторглась, абсолютно обнуляя международное право на чужую территорию и совершая там масштабные преступления. И я призываю поддержать эту страну, максимально насытить ее любыми инструментами, которые позволят ей защитить свои семьи. Вот эта позиция, наверное, бы не требовала уточнения, правильно? Поэтому иногда, когда ты уже что-то сказал, любое уточнение будет только усугублять ситуацию, на мой взгляд. Смотрите, есть четкая концепция, которую предложил президент Зеленский. Она очень конкретна, и она как раз-таки опирается на библейское понятие справедливости, на мой взгляд. Да? Я имею в виду, мы сейчас говорим просто о Ватикане, поэтому можем употреблять эти слова. Она четко говорит о том, что справедливость, она ведь не бывает там двухсторонняя, многосторонняя, она не бывает в пользу агрессора и так далее. Особенно после того, как ты сопротивляешься и делаешь это долгое время, когда все могли уже для себя осознать, что такое Россия, что такое война в Украине, какие цели она преследует. Еще раз подчеркиваю, Россия же ведь не скрывает, что она пришла уничтожить не просто государственность Украины, она пришла уничтожить людей, которые будут говорить России о том, что Украина — это не Россия, и у Украины есть своя государственность, своя история, своя культура, свой язык и так далее и тому подобное. И Россия будет их уничтожать. И так далее. Так вот, на мой взгляд, вот концепция президента Зеленского, она очень четко базируется на таком принципе, как справедливость. Что это значит? Это значит, смотрите, возвращаемся в нормы международного права, которые четко говорят, суверенная территория неприкосновенна. Соответственно, если что-то нужно делать, то нужно делать так, чтобы агрессор, который пришел нарушить базовые принципы, был повергнут и исчез с этой территории. А дальше можно вести любые разговоры, принимать на себя любые посреднические миссии. Я говорю сейчас не об Украине, а о других странах и так далее. Но вот тот, кто хочет стать посредником, должен в этот момент сказать, смотрите, выйдите с территории Украины. А дальше будем разбираться,
что такое справедливость, почему нужно нести ответственность за юридическую ответственность за преступления совершенные, потому что преступления не наказанные, они будут эскалировать, они будут порождать следующую волну преступлений. И поэтому любой белый флаг, о котором кто-то будет говорить, оно будет говорить о том, что мы толерантно относимся к преступлениям, мы хотим увидеть еще больше преступлений, мы хотим, чтобы этих преступлений было, безнаказанных преступлений было настолько много, чтобы человечество, наверное, захлебнулось в чужой крови. Вот так это выглядит. Но с другой стороны, еще раз, это никак не влияет на то, что происходит сегодня по линии фронта в Украине и на позицию Украины, и на внешнеполитическую, никак не влияет на наших партнеров. Опять же, безусловно, я понимаю, из каких соображений представители Ватикана говорят те или иные позиции, ну, высказывают те или иные позиции, это гуманистическое представление, оно несколько для нас странное выглядит, да, потому что, на мой взгляд, призывать встать на колени людей, которые эффективно сопротивляются, и при этом не призывать агрессора убраться с территории, которую он заливает кровью, это очень странная позиция. Но тем не менее, опять же, мы понимаем позиции, а это никак не влияет на наши на события, которые происходят на территории Украины, и это абсолютно точно не приведет там, к каким-то изменениям общей диспозиции. А общая диспозиция выглядит так. Есть безусловный агрессор, абсолютнейшее зло, которое должно быть наказано. Этот агрессор собрал определенный альянс, я уже о нем сказал, Северная Корея, Иран, которые демонстративно его поддержали. Это три исчадия ада, я сейчас опять же возвращаюсь в библейскую терминологию, да, три исчадия ада, которые рвут плоть человечества, современной цивилизации. И есть демократическая коалиция, к сожалению, медленная, бюрократическая, долгие разговоры и так далее. Вот эти все там неурегулированности, когда оружие, какие инструменты, нужно ли дальнобойное оружие, а что такое снаряды в современной войне и так далее. Вот есть демократическая коалиция в любом случае. Это Украина во главе, которая, собственно, воюет на своей территории, защищает свое право на жизнь. И есть страны, которые ее абсолютно точно поддержат, потому что мы даже в рамках международного права ведем оборонную войну. То есть юридически все, что мы делаем, абсолютно законно. Не только морально-этически все законно, но и юридически. Вот, соответственно, две диспозиции. И ты можешь принимать сторону той или другую. Ну и, соответственно, ты не обязательно должен быть по-российски, просто ты можешь не глубоко понимать, что за война сейчас идет. Это еще один параметр, который, к сожалению, часто влияет на людей, и поэтому они выходят с дивными предложениями. То есть, что такое война этого типа, которую сегодня мы видим с вами на территории Украины? Она очень просто интерпретируется. Это не война за территорию, не война за маленький населенный пункт, который, тем более, Россия полностью уничтожает. Это война за доминирование тех или иных правил или бесправильных. Ну, то есть, грубо говоря, будут либо правила, которые четко ограничивают там потенциальные агрессии, либо правил не будет и будет доминировать насилие, которое продвигает Российская Федерация. Это периодически в человеческой истории такие войны проявляются, еще раз, которые определяют будущее, параметры будущего, внутри которых вы будете жить. Вот, соответственно, не все люди, на мой взгляд, до сих пор, после 2 лет войны в Украине, это осознали. Михаил Михайлович, одно дело противоречивые заявления или крайне ошибочные заявления, которые, правды ради, крайне редко звучат, однако все еще звучат, в том числе из Ватикана, а другое дело конкретные действия, преследующие одну единственную цель – свободу, освобождение от российской диктатуры. Легион Свободы России, РДК и Сибирский батальон, который сейчас находится на территории Курской и Белгородской областей. Как вы считаете, как глубоко на российскую территорию может распространиться тот самый пожар войны, который Путин разжег еще в 2014 году, подлил масло в огонь в 2022? Во-первых, я с большой симпатией отношусь к российским гражданам, которые взяли оружие в руки и пытаются освободить собственную страну от безусловного диктата, от диктатора по фамилии Путин. Это, очевидно, хорошие люди, которые точно понимают, что они делают, зачем они делают, и которые дают все-таки определенную надежду России как стране. Да? Ну, то есть, потому что то, что мы с вами видим внутри России, безусловно, это абсолютно обреченная, я бы так сказал, обреченная нация. Точно так же я с такой же симпатией отношусь к белорусам, которые работают над правилами будущей Беларуси в полку Калиновского. Это первое. Второе,
Несомненно, при определенных стечениях обстоятельств вот этот весь полымя войны, оно абсолютно точно может захватить всю Россию, я в этом нисколько не сомневаюсь. Для этого необходимо несколько, еще раз подчеркиваю, стечения обстоятельств, ну или те условия, которые должны сложиться. Первое — это тактические поражения, существенные тактические поражения России по линии фронта. Да? Ну, то есть, грубо говоря, должен окончательно рухнуть миф о том, что Россия имеет абсолютно современную боеспособную масштабную армию. Да, это масштабная армия в России количественно, но в принципе, как только Украина сможет использовать в достаточном количестве эффективные инструменты, высокотехнологические инструменты, то вот этот миф окончательно может рухнуть. Второе, Россия должна избавиться, ну или вернее, мы должны избавить Россию от остаточных козырей, которые они в этой войне используют. Это прежде всего авиация, тактическая авиация, которую они используют по линии фронта, применяя управляемые авиационные бомбы в большом количестве, что влияет на события, которые происходят по линии фронта. Третий, конечно же, компонент — это действительно жесткие санкции, то есть это полная изоляция России должна быть, экономическая прежде всего. То есть как минимум, я понимаю, что будут всегда нейтральные страны, которые захотят спекулятивно заработать что-то на демпинговых ценах с одной стороны или на премиальных закупках с другой стороны со стороны России. Но тем не менее, по-моему, четко надо определиться, что никакие там европейские, ну или те компании, которые хотят работать на глобальном рынке, не могут работать на российском рынке. Ну и, соответственно, они оттуда должны все уходить. Замороженные активы, которые должны быть использованы в рамках финансирования этой войны со стороны антироссийской коалиции. Это еще один козырь. То есть, грубо говоря, нужно обезжиривать окружение Путина. То есть все должно создавать нервозность определенную в Российской Федерации. Ну и, конечно же, ребята из РДК или Легиона Свободы России, да, то есть они должны продолжать свои действия, то есть они показывать должны, что есть альтернатива. Эта альтернатива — это не белые шарики, это не выход там 17 марта в 12 часов дня к избирательным участкам, тем самым легитимизируя, ну, показывая явку на выборах Путина, да, ну или там это выборы, это, извините, я слово употребил неправильное, тут уже я, честно говоря, сам, да, ошибаюсь. Не выборы, а переназначение, безусловно, Путина, легитимизируя таким образом вот эту процедуру странную в 21 веке и так далее. То есть это, конечно же, неподобные диссидентские движения, которые приводят только к количеству арестованных, да, количеству задержанных и так далее. То есть альтернатива сегодня — это реализация права на протест, в том числе вооруженный протест. Вот это альтернатива для России. И, конечно, я думаю, что вот при стечении вот этих обстоятельств, то есть еще раз обезжиривание элиты, лишение Российской Федерации возможности получать дополнительные доходы для финансирования войны, эффективные тактические поражения России по линии фронта, окончательная утрата России, там, например, возможности использовать авиацию, флот и так далее. Ну и, соответственно, все это вместе с ребятами из российских добровольческих объединений, которые могут эффективно воевать на территории России, потому что они граждане России, безусловно, то, соответственно, все это приведет, еще раз подчеркиваю, к полноценной внутренней революции в России, такого военизированного, максимально брутального типа. А между тем, Михаил Михайлович, пока в России горят нефтебазы, об этом мы рассказывали сегодня в нашем эфире, в Украине снова страдает мирное население, уже 4 ребенка пострадало в результате вражеской атаки по Кривому Рогу. И хотелось бы с вами сейчас обговорить один геополитический вопрос. Вот тут с нескольких пазлов он будет состоять. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что противолодочный корвет «Иван Мазепа», который строится в Турции, уже в этом году будет готов служить Украине. Конечно, очень позитивная новость. Но вот что хочется у вас спросить относительно той самой позиции Турции в этой войне. С другой стороны, Турция не пропускает в море минные тральщики для Украины. Мы напомним, что именно Турция имеет решающее слово в вопросе прохода военных судов через проливы Босфор и Дарданелла. Но в то же время российский подсанкционный корабль с военным грузом вошел в Черное море и направляется из Сирии в порт Новороссийска. Вот как это все сочетается? Как нейтральная позиция в современном бизнес-мире. Не более, но и не менее того. Турция изначально заняла позицию нейтральную, она абсолютно точно не занимает ту или иную сторону. Она пытается, кстати, повысить свою субъектность за счет предложения посреднических функций. Что-то получается, я возьму гуманитарный аспект, это обмен военнопленными, например, или активное участие Турции в
концепция освобождения гражданского населения, в том числе того, которое было захвачено в Крыму, или детей и так далее. С этой точки зрения Турция не отказывается от бизнес-контактов с Украиной, в том числе через Турцию работает, напомню вам, зерновой, эффективный альтернативный зерновой коридор, то есть, соответственно, большой объем важной для нас экспортной продукции проходит через терминалы турецких портов. То есть, в принципе, Турция точно так же параллельно работает в рамках бизнес-программ с Российской Федерацией, опять же, оставляя за собой вот эту нишу потенциального посредника для решения тех или иных таких достаточно сложных и щепетильных вопросов. Я бы к этому относился спокойно. Опять же, смотрите, есть коалиция, которая точно занимает проукраинскую позицию. Да. Эти страны абсолютно однозначно не имеют, там, стараются минимизировать все отношения с Российской Федерацией. Я повторяю, стараюсь минимизировать. Я прекрасно понимаю, что одномоментно разорвать все, что накапливалось десятилетиями, а Россия очень плотно, вы знаете, как такой спрут, интегрировалась в разные европейские страны, выстраивала там многочисленные гуманитарные цепочки, бизнес-цепочки, финансовые цепочки, да, ну то есть вот опоясывала такими, знаете, как злокачественная опухоль прорастала сквозь здоровые ткани, вот точно так же Россия прорастала сквозь здоровые европейские ткани в финансовые, бизнес, культурные, научные круги долгое время этим пользуются и до сих пор пользуются. Есть много бизнесов, которые до сих пор работают в России. Все это постепенно, конечно же, разрывается. Но, знаете, это очень тяжело иссечь. Это все-таки недоброкачественная даже опухоль, которая там в капсуле находится. Ты иссек ее, выбросил и забыли. Цивилизация забыла о существовании такой страны, как Российская Федерация путинских времен. А злокачественная, к сожалению, опухоль, она прорастает сквозь здоровые ткани и очень тяжело иссекать. То есть необходимо тяжелейшая, смотрите, аналогия, да, химиотерапия, лекарственная терапия, медикаментозная терапия, да, там, условно говоря, лучевая терапия. То есть необходимо постепенно иссекать всю эту вот пророссийскость везде. Но многие страны, к сожалению, пользуются вот этой неопределенностью, тем, что Россия вчера считалась большой глобальной страной и пытается на этом что-то зарабатывать. Некоторые страны ведут, кстати, между прочим, достаточно откровенно и прямо заявляют свою нейтральную позицию, и, соответственно, к ним даже юридически или там морально-этически нельзя никак там подойти с какими-то другими мерилами. Еще раз подчеркиваю, мерила — это мы, проукраинская коалиция. Но другие страны, многие страны с нейтральной позицией, они занимают такую прагматичную позицию и хотят ее так или иначе монетизировать. Опять же, рекомендую нам к этому относиться спокойно. Почему? Потому что для Украины Турция тоже делает очень много полезного, важного. И, соответственно, у нас теплые отношения и с господином Эрдоганом, и, собственно, с администрацией Турции в целом. Да, скажите, пожалуйста, Михаил Михайлович, а членство Турции в Североатлантическом альянсе, оно каким-то образом должно влиять на позицию Турции по войне, развязанной Россией против Украины? Или они могут позволить себе сохранять тот самый нейтралитет позиции? Вы задаете сложный вопрос. К сожалению, он близок, знаете, к концепции идеального мира. Когда ты разделяешь определенные ценности, ты должен скрупулезно их придерживаться. Но, к сожалению, мир не таков. Мир абсолютно разный. Люди, прагматики, циники, можете называть их как угодно. И, безусловно, вы видите, что и внутри военного альянса, внутри НАТО очень жаркие дискуссии по поводу и объемов помощи Украине, и тех инструментов, которые можно передавать Украине или нельзя передавать Украине. То же вы видите, что ряд стран абсолютно точно занимают максимально радикальные, мне это очень симпатично, это страны прежде всего Северная Европа, они занимают максимально радикальные позиции, они говорят, что блок НАТО должен гораздо более глубоко погрузиться в эту войну и насыщать Украину необходимыми инструментами как минимум в должном объеме. Есть страны, которые занимают достаточно такую мягкую позицию, они говорят о том, что мы, наверное, должны очень аккуратно подходить к решениям тем или иным, потому что это может привести к эскалации, хотя на самом деле это одна из самых убийственно ошибочных концепций, потому что на самом деле чем дольше Россия ведет войну, тем больше она как раз ее сама эскалирует. То есть, наоборот, чем быстрее вы приструнили Российскую Федерацию, ну, то есть обеспечили ее проигрыш, тем меньше масштаб будет войны, и это можно называть деэскалацией. Но, тем не менее, такие дискуссии идут, и поэтому понятно же, что и Турция ведет свою политику, вы помните, достаточно жесткий
обсуждения в Турции были относительно необходимости или не необходимости принятия той же Швеции в альянс, потому что у Турции со Швецией там определенные разногласия по поводу некоторых членов оппозиционных партий, которые находились на территории Швеции и так далее. То есть, ну, это нормально. Опять же, это для демократий, это нормально, что Швеция занимает одну позицию, Турция занимает другую позицию, они не всегда синхронизированы между собой, даже внутри одного военного альянса. То есть, конечно, нам бы с вами хотелось, чтобы все там члены, 32 члена уже, да, а, ну, Швеция уже тоже можно считать полноценный член альянса, чтобы все 32 члена занимали военного альянса, занимали абсолютно конкретную позицию. Давайте мы насытим Украину оружием, давайте мы сделаем для нее возможным, максимально возможно открытыми все ворота, через которые это оружие должно в нее поступать. Давайте мы сделаем максимально масштабированные совместные военные предприятия для того, чтобы насытить быстрее Украину необходимым оружием, потому что мы в блок военный альянс НАТО крайне заинтересованы в военном поражении России. Конечно, нам с вами бы хотелось такую позицию видеть, но есть позиция всегда дискуссионная. Вот в этом же и парадокс демократии. С одной стороны, да, они очень долго дискутируют, и всегда эти дискуссии конфликтные и так далее, но в итоге все равно они более-менее принимают правильные решения. Авторитарные, скажем так, существа или авторитарные сущности, да, такие как типа Российская Федерация, на коротком промежутке времени они, конечно, могут там покричать «Ура!», то, что мы сегодня видим. Они могут даже потянуть другие авторитарные сущности, такие как Северная Корея, допустим, и взять оттуда 1,5 миллиона снарядов и так далее. Но в среднесрочной или в долгосрочной перспективе, смотрите, забудьте, Северная Корея, Российская Федерация, Иран в таком виде, как сегодня, да, это не долгоиграющая история, это очень короткая история, и они максимально быстро будут прекращать свое существование вот в таком виде, да, то есть как бы, и, соответственно, демократии будут существовать всегда. Михаил Михайлович, между тем, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по многоэтажке в Кривом Роге и показал последствия вражеской атаки. Сейчас эти кадры мы также продемонстрируем в эфире телеканала Freedom. Что сказал президент Украины? Сейчас продолжается спасательная операция в Кривом Роге. Последствия российской ракетной атаки. Разрушения в 9-этажном жилом доме. Много раненых, среди них тяжелые. Есть и ребенок. По состоянию на это время 2 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Кстати, по последней информации, уже 3 погибших. Всего 36 людей пострадало, среди них 7 детей. Михаил Михайлович, раз уж затронули тему Североатлантического альянса, скажите, пожалуйста, какова вероятность появления войск НАТО на украинской территории? Опять же, сложный вопрос. На данный момент логистически вероятность низкая. Безусловно, и, кстати, президент Зеленский неоднократно говорил, что давайте ускорим поставки оружия в достаточных количествах или поставки, скажем так, тех видов оружия, которые для этого этапа крайне важны в нужных количествах. Это прежде всего авиация, это прежде всего дальнобойная ракета, тот же снаряд, да, который резко выровняет ситуацию по линии фронта. Вот все эти три инструмента выровнят. Я уже не беру такие инструменты важные, как дроны или системы радиоэлектронного подавления, РЭБы. То, соответственно, конечно же, вот это приоритет. Что касается войск НАТО, сомнительно, что это будет именно войска НАТО как коллективного альянса. Другой вопрос, что национальные контингенты в разном виде могут применяться. На мой взгляд, это тоже неплохая идея, которую господин Макрон активно сейчас озвучивает. Эта идея касается прежде всего тренинговых возможностей, консультативных возможностей, логистической, инженерных возможностей. Да? Ну, то есть, грубо говоря, чтобы там, быстрее проводить тренинговые лагеря, обустраивать и проводить обучение наших ребят, и, соответственно, организовывать более эффективно те или иные логистические коридоры, армейские логистические коридоры, я имею в виду, и так далее. На мой взгляд, это хорошая идея, и сама дискуссия хорошая. Другой вопрос, что пока с учетом, знаете, других обстоятельств, с учетом психологии, да, мы же с вами всегда думаем, что как это, геополитика или там отношения межгосударственные, они прагматично обезличенные, а на самом деле они определяются психологическими качествами тех или иных людей, да, ну, то есть психоэмоциональным восприятием той ситуации, в которой мы находимся в данный момент. И, в принципе, смотрите, есть еще остаточный страх перед Россией, есть еще как бы неготовность осознать, что мир изменился, и в этом мире нужно, опять же, заново переписать правила, а, соответственно, это нужно провести определенную работу, в том числе работу, ту, которую проводит Россия, Украина по, скажем так,
отрезвлению России, что в принципе невозможно, конечно. Точно так же нужно понимать, что не все готовы адекватно, если они не находятся внутри войны, адекватно оценивать эмоциональность самой войны. И, соответственно, они считают, что война — это какой-то, знаете, как это, на картах там что-то рисуется. Они не совсем понимают, что война — это вот то, что вы только что показали, это и есть конкретное проявление войны. Это, на мой взгляд, абсолютно геноцидный умысел России — атаковать как раз таки жилые кварталы, жилые дома, наносить ущерб гражданскому населению. Россия это делает умышленно. Я просто, вот опять же, два года войны уже, я все время это замечаю, что наши партнеры даже говорят об этом, ну, наверное, они били по каким-то объектам, там попало в дом. То есть они не понимают, что берешь карту, накладываешь все эти гражданские объекты, и ты увидишь абсолютно четко спланированный умысел на совершение масштабного геноцидного преступления, убийства как можно большего количества гражданского населения, что должно нас психологически подавить. То есть Россия это делает умышленно. Вот, например, неосознание и непонимание этого тоже влияет на скорость принятия решений и на готовность брать на себя ответственность такого уровня, о котором вы говорите, отправлять национальные контингенты. Ну и самое главное, да, то есть вот когда они пишут у себя в медийных проспектах о том, что через 3-5 лет они там, наверное, будут иметь прямые боестолкновения стран НАТО с Россией, они, наверное, просто, опять же, пишут это, как, знаете, как у Толкина, да, там, продолжение «Властелина колец». Они не понимают, что это такое. То есть они считают, что это в газете можно писать, это какие-то, знаете, там, абстрактные тексты, которые к реальности не имеют никакого отношения. Они даже представить себе не могут, что такое через 3-5 лет, еще раз мы с этого начинали с вами, российская, например, 4-миллионная армия пожирателей людской крови, которые придет, я так красиво выразился, да, но на самом деле это убийцы, гопники, которые придут резать людей, которые совершенно к этому не будут готовы, несмотря на все то, что сегодня происходит в Украине. Михаил Михайлович, благодарим вас за эту беседу. Спасибо. Были рады с вами пообщаться. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины, присоединялся к прямому эфиру телеканала «Фридом». Михаил Михайлович, спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.